Итак, всем привет, дорогие друзья. Так что получилось, что вы проходили мимо по YouTube, а я тут продолжаю играть в Hearthstone Heroes of Warcraft. Я затянул, я знаю. Всем спасибо, что мне про это писали. Я тут с выходом Mortal Kombat и других очень интересных игр абсолютно была забыта Черная гора, но никто не забыт и ничто не забыто, как говаривалось. Так что мы все-таки возвращаемся к второму кварталу. Я знаю, что вышел уже третий, но что поделать. Гар — один из приближенных Рагнароса. Ты почти у цели. Я почти у цели, да. Второй квартал. Огненные недра. Знаю, что пик Черной горы уже открыт. Знаю. Будем проходить с запозданием, как наберу и как голды, и как будет на это время. Это, кстати, хороший именно... для меня ограничитель такой, то есть пока я наберу голды, я не буду проходить следующий. Вот набрал голды, теперь можно проходить спокойно. Собственно, этим зажмемся. Носит 1 единицу урона всем существам. Чувствую, хорошо здесь подойдет специализированно набранный на иступление воин. Воин. Давайте посмотрим. У меня не слишком на... Но какой-никакой есть, тем более он оружейник. Сейчас будем все сливать в лицо. Вообще посмотрим, кто против меня выставит. Выставится. В принципе. Ну давай. Да, и Heroes of the Storm. То, что пока не появляются видео, не беспокойтесь. Скоро все вернется. Сейчас эта паника с Mortal Kombat пройдет. И все игры вернутся. Ого. Так, значит, он каждый ход будет это делать. Эти рассекающие удар, наверное. Я пока не вижу, что они делают. Вот это плохо. Ладно, давайте пока оставим еще пока пробный забег. Посмотрю, что он умеет. Давайте накрафтим оружие. Давай. Ух, какая. Так. Огнекамень. Но есть один урон... Один урон героям противника за каждый огнекамень, умерший на этом ходу. То есть, типа, сколько? Типа, 7, да? Музыка другая, только заметил. А, нам нечего делать, да, мы пропускаемся. Угу. Но они атаковать не могут, так что мне желательно что-нибудь выставлять уже. Ладно, подождем. Ты поосторожнее с этими камнями, ладно? Еще раз лучше почти. Что это такое? Ты что задумал? Хитрец. Ладно, следующий ход самого добьет, так что мы сейчас можем вмазать. Косяк в том, что он сейчас, короче, закончит с этим делом и начнет выставлять кого-нибудь на стол. А там у нас что? 1 единицу урона герою противника за каждым днем. Так, сейчас проверим, как это работает. А, то есть сейчас, когда они все умрут, они же меня вообще унесут, когда он умрет. Чувствую, тут надо сайленсов побольше. Давайте убьем парочку, наверное. Два и два, да? Да, все верно. Опустить кровь. Постарайся не взорваться. Тебе еще повелителя элементалей изгонять. Ух ты. Вот это я бы знал бы, что такое есть. А сейчас, короче, они помирают. И по три каждый наносит. То есть это 9 урона у них уже есть.
Давайте мы тогда сначала одного убьем. Вот этого. Чтобы минимизировать урон, надо по одному их убивать. Да, это вот хорошая идея. Сейчас опять какие-нибудь ремуфлы пойдут, да? Так, сейчас 4 урона. 4, это нормально. Нифига себе. Вот это дела. Так, а теперь пора бы наносить урон, я подозреваю. Пора бы наносить урон и... В принципе, они урон не носят, наверное, давайте убивать их. Давай, это всего один урон, и это нормально. Мне нравится за тобой наблюдать. Так, вот этот парень, это плохо. И 4-2 я сейчас не разменяюсь. Так, я могу его с оружием убить. Что я, в принципе, и сделаю. Вот его и нет. Брони мне. Потихонечку ничего идем. Ах ты, козел, добьет, да? Добьет. Дело попахивает керосином. Если честно. Уже 6 урона есть у него. А, плюс один к атаке. К атаке мне не надо. Блин, а так он просто разменяется. Ну, пусть разменивается, чё. Давайте убьем тоже эту херню. Чтоб она нам тут глаза не мозолила. Че это? Почему ты 7 стоишь, во-первых? Меня интересует. Стоит на одну маны меньше за каждое существо, умершее в этом ходу. А, то есть он типа 9 стоит. Да, да, все правильно. Черт, а мне бить-то его уже как-то нельзя. Он сам один урон нанесет так-то. Давайте пока сайленс. Брони. Черт. Наверное, зря надо было все-таки выпускать, но ладно, уже поздно. Ах ты. Короче, понятно примерно, что у тебя за колода. Мне нужно больше хилов. И тут, в принципе, все. Ну что, 10 урона мы смогли ему нанести. Первые 3-4 хода, наверное, его даже трогать не обязательно. Ну, в смысле, я имею в виду, если есть возможность, конечно, надо бить. Но... Так. Ладно. Хитер, бобер, испытание. А, испытания мне пока недоступны. Давайте думать. Сейчас мы его как-нибудь раскорежим. Так, кого у меня по 2? Че, никого у меня по 2? Может, механический мой? Запоможет мне. Только пожелательно у меня вот несущийся код очень хорошо может на 5. На 5 жалко. Глевикс разыграться может. Ой, одноглазый пират явно тут не зайдет. Давайте, давайте, давайте воина на механизмах пересоберем. Возьмем побольше хилок. Геншироу может.
Раунд механики. Все, короче, с одним здоровьем сразу не сюда. А это что? Это механизм. А это пират. А, укол. Нет, спасибо. Хотя нет, добивать-то им было прикольно. Ошеломление. Ошеломление может. Потрошение. Обязательно желательно тоже два. Ну да, желательно два. Два, 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 один, нет. Щеть в колоду. Три его копии. Ух ты. Это интересно, с кем можно сыграть такое. Так, тебя нет точно. Два хода, это мало для тебя. Вот раздражатор вообще отлично зайдет. Желательно их... Ой, что это я делаю? Желательно их два прям даже еще взять. Клинок вечных мук. Да, 2-2 оружие поможет мне. Свои провокаторы. Провокаторы был бы, да, даже неплохая тема. Черепокол можно возвращать в колоду смело. Сенсей у меня есть. Сап, наверное, даже, наверное, еще один. Отравляющий вернуть, наверное, для серии. Дарспин не успеет сыграть-то даже, если в первый ход не зайдет. Тем более, он ходит первым. Ой, еще таких. Главное, чтобы механизмы у меня подольше пожили. Желательно набафать сенсея и механизмов напускать. Ну, давайте смотреть. Два, три раздражатора. Да, лучше бы два раздражатора, конечно. Но автобродобрей мне поможет. Короче, успеть до пятого хода хотя бы нескольких убить, желательно половину. Что как бы уже намекает. Нужен ли мне тут спринт? То у меня спринт и подготовка вместе сидят такие. Короче, примерно должно сыграть. Ой, что я делаю? Что я делаю опять? Поехали. Черная гора. Давай, гар. Где мой механизм? В принципе, я, наверное, поддерживаю мнение, что Черная гора легче на Ксрамоса. Что неудивительно. Будь начеку. Хладнокровие может мне помочь. Ликвидацию надо было убирать. Ликвидация мне здесь не нужна. Ой, бедный топорик. А, забавно. Так, хорош это отвлекаться. Магма. Ту-ту-ту-ту-ту. Потихоньку начинать бить. Давай начнем. Чтобы один из них хотя бы умер раньше. Ты уже. Ты поосторожнее с этими камнями, ладно? Да я стараюсь, спасибо, что помогаешь мне. Ой, как много хладнокрови-то зашло. Не очень удачно. У них уже потом два будет. Давайте сенсея. Подойди и послушай. Давай начнем. Сенсея. Давайте убьем еще одного. В смысле, сейчас он сам его убьет. Блин, сенсея уже неудачно играется, потому что... Да, надо было девочку отправлять.
Ах, то он еще и сам умеет их бить. Ну вообще, здрасте. С полным здоровьем же, я опять забыл про это дело. Так, надо еще одного убивать. Цель отмечена, Кристоф! Давай начнем. Скажем тебе. Постарайся не взорваться. Тебе еще повелителя элементалей изгонять. Блин. Так, теперь их 5. Теперь их по 5 еще здоровья есть. Теперь я могу Сириус сыграть. Направить все на него и бить лицом. В смысле, нет, одного убью. Потом 9 урона мне пролетит. Так что 10 у меня останется, 18. Это нормально. Я считаю, что это нормально. Жаль. Разыграли серию. Раз холоднокровие. Два холоднокровие. Вот уже 11. Давай начнем. Убиваем одного. Ставим кинжальчики. Не теряем урон, бьем. Сейчас у меня очень много урона прилетит. 4, 4, 4, 16 урона. А, эти тоже наносят? Прикольно. Ах, а, не, нормально, нормально. Все, шикос. Теперь мне должно хватить урона. Эти пока не умирают, так что... Давайте бить его. Спасибо. Ну, все отлично, это не провокатор, мы победили. Неплохо. Ну-ка, что-нибудь ответит. Сыграно. Против камня нет приема. Ну, нормально, нормально. Эти убьем, что ли, его? Повеселимся с камнями, например. Убив этот. Убив этот. Ну и закончим уже дело. Возьми кусочек гарда и пусти блинчик по озеру лавы Рагнароса. Он будет в восторге. Ясненько. А, получили карту Друид Пламени. Выберите эффект. Превращает существо 5-2 или существо 2-5. Очень крутая карта за 3 маны. О! Барон Гедон нам мешает. Займись им. Старый знакомый. Сил героя. Если у героя противника осталась неистраченная мана, наносит ему 5 единиц урона. Опа, она как. Надо, то есть, подобрать колодку специальную. Это ж кем можно на него пойти? Демонологом своим поугарать? Или магом? Оружейник, паладин, жрец, охотник. Охотник был бы, наверное, неплохо. Давайте демонолога возьмем. Я что-то давненько за демонолога не играл. Ой, тут бы хотя бы дейлики считались. Все-таки столько платишь за это дело. Гедон! Гедон!
Твоя душа будет моей. Переполняющие мне сейчас не нужны. Мне нужно что-нибудь на две маны, чтобы потом играть. Черт, сейчас темную бомбу куда-нибудь выкидывать. А, я первый хожу. Окей. Поздороваемся. Рагнарос поглотит тебя. Какой злой мальчик. Давайте, нам лучше демона пустить. Демон хотя бы урона наносит. Вот, он сейчас что-нибудь поставит. Ладно, не поставит. Ладно, тогда нам выгоднее еще карту дравать теперь. Угу, тоже, значит, демонами балуется. Ну что, у нас свой демон есть. Или нет, я лучше, да, лучше такого. Да-да-да, надо тратить ману, надо тратить. Когда получают урон. Ну я его сейчас просто убью. А, он в любом случае один-один кого-то призовет, что ли? Получается так. Да. В любом случае. Слушайте, шикарная карта. Хочу ее себе. Так, пусть пока бафают друг друга. Магмовые ярости. Дожили. Так, но он пока себя неплохо бьет. Ожог души. На самом деле надо его убивать, чтобы он не смог разменяться со мной так легко. Ну нормально, хоть на баф будет потихоньку. Ух ты. А я же затратил, нет? А, не затратился. Печаль, беда. Блин, а сейчас 5 всего. Блин, а я не могу ничего играть. Черт, опять урон буду получать, сука. Чего вы бафаете друг друга? Я знаю, то есть я рад за вас. Прикольная карта. Пламенное сердце. Убьет же сейчас так. Могу демона уничтожить. Давайте уничтожим одного. А я могу его демонов уничтожать? Я что-то не подумал. Блин. Ладно, надеюсь, я с ним еще раз сыграю, и тогда я уж уничтожу демона точно. Ты магму ярости, ты меня запаришь. Ликтлену, наконец-то. Давайте заморозим этого ублюдка. Не будем упускать возможности побить в лицо. Эй. Что это за карта? Выберите существо противника. Если оно остается на поле боя в качестве вашего след... Ничего не понимаю. Выберите существо противника. Если оно останется на поле боя в начале вашего следующего хода, живая бомба нанесет 5 урона всем персонажам противника. Нифига себе! За 4! Ауе на 5. А мне даже обменять некуда. Это просто 11 урона у меня сейчас на столе. Интересно, оно уничтожится само по себе? Так они, считай, убивают друг друга. Давайте мы этого не допустим.
Я не могу, мне не хватает разыграть все. Это 5-7. Ладно, я покажу. А, всем? Окей, кто же знал. А, ну тут я в любом случае не смог бы. Хотя разве что удариться этим, тем... Не, кое-как бы мог, наверное. Но меня потом Гидеон добил. Гидеон. Окей. Не, демонолога можно справиться. Я хочу попробовать еще раз. Если демонов этих сейчас будет стоять, если у меня реально будет этот... Я хочу попробовать. По-моему, можно против демонов, которые против тебя стоят, уничтожать жертвенным... договором. По-моему, можно. Надо, короче, сейчас проверить все это дело. Твоя душа будет моей. Так, без переполняющей мощи мы пока обойдемся. Вот, много провокаторов, это по мне. Рагнарос поглотит тебя. Да, 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 да. Да. Давайте поугрожаем ему. Твоя душа познает муки. Армагеддон! Окей. Тратит до урона. Зачем меня призвали, Ладно, одного отдадим, я думаю. Нет, давайте не будем, пусть он сам пробует. Ну, провокатора. Неплохо, я не против. 3. Черт, придется тратить на такое, чтобы урон не получить-то. Че, карту возьмем. Да, придется, придется. Не идеальный, конечно, вариант, признаю. Тик-так смертный. Всех же убьет, а? Гад. Я его никак убить сам не могу, да? Черт. Блин, какая неудобная карта у него. Если он все равно 5 урона нанесет, так давайте мы, наверное, забафаем все это дело. Давайте, да. Эх, переполняющая бы пришла. Ого. Ничего, зато у меня есть порча. Вот это вот комбо я люблю. Я ее всегда с собой ношу. Ах ты. 5 урона нашел все-таки. Давайте считать. 8 5 10. Если он что-нибудь еще в руке там найдет, я в жопе. Так, стой. Я, наверное, зря его выпустил. 5 7. Нет, хватает. Нормально. Окунись в пламя.
5-2 это значит друид пламени. Интересно, что 2-5 значит? Да какая уже разница, если честно? Давайте даже бафнем его. Бафнем. О, даже... А, не, мне не хватит с этим бафом, потому что надо так. Забавный парень. Да. Да. Оргазм там не слови, только со своими да-да. Техник крыла тьмы. А, боевой клич получает плюс 1-1, если у вас в руке есть дракон. То есть это за 3-3-5 потенциальные. Надо на драконах собирать. Окей, кто там у нас следующий? Держит у нас службе по-настоящему злых приспешников. Гиндон самый свирепый из них. Ну, типа того. Огненное недра, мой дом! Я сокрушу тебя, насекомое! Ну, как обычно. Только мажордом Экзекутус может призвать повелителя огня. Получится ли у вас убедить его сделать это? Умри, насекомый. Носит 8 единиц у случайного персонажа противника. Ну, в общем, да, он как этот, как карта, собственно. Мажордом Экзекутус заменяет вашего героя Рагнаросом. Тут забавная карта. На самом-то деле. Например, для моего демонического. Для вот моего вот этого демонолога. Мы, наверное, попробуем еще раз, да? Как раз сейчас после этой игры я смогу себе немного поменять колодку с демонами. Экзекутус. Правая рука Рагнароса. Хм. Посмотрим, сможем ли мы заставить его призвать повелителя пламени. Никто не сможет устоять против живого пламени. Твоя душа будет моей. Поддерживаю. Так, погоди, а что у него за, кстати? Уничтожить их. Призывает на поле боя поджигателя послушника 1-3. 1-3 это плохо. Что у вас у всех-то лавовый шок есть, а? Он же перезагрузку дает какую-то. Все ваши кристаллы маны освобождаются от эффекта перезагрузки. Ну, я даже не знаю теперь, что сказать. Смотри, какие уроды. Ну, что сказать, придется, наверное, их убивать. Но мне только на одного хватит. Пусть сам, короче, возится. Мне неудобно. Страж ужаса. Вот с этим бы я бы разменялся. А, хитрец тоже не хочет. Мы демонов на позовем, даже, наверное, на вот тебя, да? Или на тебя. Три, значит. Ярости нет. Кто такой? Как зовут, почему не знаю. Получает плюс 3-3, если у вас в руке больше нет карт. Ух ты! Забавный парень, забавный. Можно, можно кое-куда брать. Давайте карту возьмем. Демон у меня пока только один.
Но я его трогать тоже не хочу. Мне не особо надо. Не туда немного. Такс. Продолжаем потихонечку играть. Пока демонолог разбирает Экзекутуса на отлично. Типа мне не хватит его добить. Мне, честно говоря, 4... 9 пока и не нужно. Тогда на провокаторах повеселимся. Чтобы добивать его не пришлось. Ой, ну все. Одним адским пламенем заковыряю. Ну нет. А, порчу потратил, ну ладно. Че, я на бабнево разбиться? Ну ладно. А, так погоди, я сейчас, наверное, разобью. А, не, я убить уже его успею. Мне не хватает маны. Это если бы мне маны хватило, да. Черт, что-то я просчитался. Ладно, не будем тянуть карту, опасно. И убьет сейчас его. Ну ничего. О. Зато эту карту не увидели. Это кто такой вообще? Мажордом. Боевой клич получает плюс 1 или 4 к атаке. Вот он 4 получил, перезагрузка 1. Круто. Забавно. Короче, неплохо сыграно. Достойно. Думаешь, победа за тобой? Похоже, придется преподать тебе еще один урок. Узри Рагнароса, того, кто видел зарю этого мира. Презренные смертные, вы осмелились вторгнуться в мои владения? Вот это я не учел. А все как бы, да? О, у тебя неприятности. Да. Окей. Трем дальше. Может, что-нибудь быстренько охотничье попробовать? Не, демонолога можно легко победить. Ну, в смысле, не легко победить, но типа можно. Рексар, и... А, он типа змеиный же. Никто не сможет устоять против живого пламени. Начнется охота. Прибережем, я думаю. Уничтожить их. Здравствуй. Думаешь, победа за тобой? Реально, он мне урок все-таки в прошлый раз преподал. Еще один урок. Нормально, 2 урона на такое тратить, я согласен. Оружия-то у него вроде нет, так что... Так что? Вот, что там за 4? Окей. У него вообще, по-моему, этот мер не осталось против меня. Слушай, серьезно, что ли? Блин.
У меня особо-то этих маленьких существ не осталось. Ну, в смысле, блин, это больших существ там, типа, если... Я даже не помню, есть они, по-моему, нет. Блин, ты запаришь меня, серьезно. Ну, здравствуй, поджигатель. Как тебя убивать? А, знаю, как тебя убивать. После розыгрыша карты заклинание наносит... Заклинание наносит на 2 единицы урона, случайно распределенные между всеми персонажами противника. А, то есть ты его кидаешь, и после него заклинание надо играть, чтобы они его уешили. Понятно. Забавная кутерьма. Что мы будем его тенетником убивать? Че ему так прет, короче? Давайте уничтожать, че? Это сейчас наставит же. 5-2. Блин, придется. Да, придется что-то делать. А, я еще одного тенетника поставлю. Сейчас главное 7 не получить по голове. Блин, мог сразу убить. Ну, что поделать. Хочу больше существ. А что это секрет, кстати? Морозно. Да. Блин, 6-5. Обидно. Да, что-то обидно не было. Эх, был бы Мурлок. Лучше так, да. Может, даже с оружием хорошо было бы. Черт, жалко, никого нет вокруг. Нет, не хочу с оружием. Хочу просто так. Сомневаюсь, что будут мурлоки, так что давай. Плохо. Что такого дальше с вами делать? 8 урон на столе. Это 16. Дому надо убить. Я охочусь в одиночку. Блин, 3 у тебя их. Очень много урона. Как выгоднее сделать? Какую-то тварь точно надо убить. Зря надо было троих оставлять, блин. Он сейчас с гиеной разменяется. Я служу повелителю огня. Сама же дома. Смотри, не поменялся. А зверь? Фу, слава тебе богам, ты зверь.
Рагнароса. А мне не хватает 7. Видел зарю этого мира. У меня 10. Живые смертные, вы осмелились вторгнуться в мои владения? Тут 16. Тут много. Черт. А вдруг еще одна команда в Зепре? Да он же разменяется здесь. 5 сюда. Никак 10 урона не распределить. В одиночку. Так что давайте так. Десять, 11, 12, 13 урона вход. Еще сверху, да, все. Так. Мне нужны ремувалы. Ремувалы. Реально маг. Опять маг нужен. С принципа просто не хочется брать мага, потому что это опять маг в приключениях. Ну, как-то. Нужно начинает напрягать иногда. Скрытые копии. Ледяные стрелы. Лепры, огненные, стражатор, кочух, карты, кольцо, глыба такая, раздвоение, раздвоение, надо мне раздвоение, наверное, надо раздвоение. Маг Келентора, два огненных, превращение одно, ну лучше одно, да. Сумеречный дракон. Тут, в принципе, тянется игра, да, так что надо. Прям снежная буря, огня, ага. Ну, тип сойдет. Давайте пробовать. С первого раза пока никого не победил. Ну, может, оно и к лучшему. Попытки, они такие. Ну, благо, тут у меня, судя по времени, быстрее я прохожу, чем прошлый квартал, который затянулся прям сильно. Экзекутут. Никто не сможет устоять против живого пламени. Не стоило напрашиваться. Да-да-да, послушай Джейну. Он тебе скажет. Ну, в принципе, такие же карты, как у меня, так что будем тянуть. Уничтожить их. Моя магия сокрушит тебя. Думаешь, победа за тобой? Да я знаю, что тут думать. Похоже, придется преподать тебе еще один урок. Служу повелителю огня. Экзекутус, как-то не вовремя. Дай карты потянем, пока есть время. Дело сделано. Нормалек. Нормалек, тянем тоже время. Ах, 3-2. Ах, 3-2, ах, 3-2, ах, 3-2. 3, 6, 7, 8. Нормально, время еще есть. Место и время еще есть. О, давай. Хитрец, понятно, понятно. Все с тобой понятно. 3, я что, я за 2 разыграю? Я мечтаю быть похожей на тебя. Давайте просто его убьем.
Что ж ты? Говно-то такое, а? Так, ну 1-3 это вообще не опасно. Учитывая то, что у меня хилок нет. У нас много секретов. На него раздвоение играть ли? Давайте сыграем на него. Это вообще бы копия еще зашла. Но за неимением. Так, а ему, судя по всему, уже играть особо-то нечего. Это хорошо. Потому что сейчас начну играть я. Один три убьют же. У нас много секретов. Обезопасимся глубонькой. Чтобы правильно, ничего. Где моя ледяная? Неважно, кто ледяная. Да, еще одного. Морозит ли их сейчас? Нет, сейчас их не будем морозить. Давай сейчас, чё. А, ну да, не хватает же точно. Угу. Заморозил. О, привет. Так, где мой Близзард? Нет, это не он. Так, мне сейчас выгодно их держать вот так, на самом деле. Что пока... Нет, даже выгоднее будет вот так сделать. А после... Эх, вот не хватает чуть-чуть маны. Эти бить пока. Он же начнет ставить своих големов. А мне много големов не надо. Ну, по крайней мере, один. Ага, вот второй. Один ход я продержусь. О, еще и копия. Ну, шикарно. Рагнароса. Того, кто видел зарю этого мира. Презренные смертные. Вы осмелились вторгнуться в мои владения? Типа того. Как тебе, родной? Ох, шикарно в меня. А, ну как бы все. Неплохо. Да где? Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Что это за незваные гости? У тебя получилось! Эта гора теперь моя! Моя! Понятно.
И вот он, главарь банды бесов, который обязательно нужен ему колоду демонолога. Ну, испытания мы будем проходить уже в отдельном видео. На этом всем большое спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании указано, как можно помочь каналу отдельно. Я, в общем, особо люблю ваши комментарии. Я уже сказал про это. Так что пишите все, читаю любые советы и прочее. На этом все. Всем большое спасибо. Всем пока.